Играть. Знакомство с предметами на кухне. Это сахарница. В ней хранят сахар. Это мочалка. Она легкая и мягкая. Это кран. Из него течет водичка. Это миска. Из нее едят суп. Это стол. Сверху он ровный и гладкий. Это ложка. Она бывает маленькой или большой. Это мелкая тарелка. Из нее кушают. Это плита. У нее есть конфорки. Это совок. Он легкий. Это тарелка. Она круглая и глубокая. Это вилка. Вилкой накалывают еду и кладут в ротик.